Ярославская область получит из федерального бюджета почти 74 миллиона рублей на капремонт многоквартирных домов. Соответствующую заявку региона в понедельник одобрило правление Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Информация появилась на сайте госкорпорации. Из средств фонда наша область получит 73 миллиона 690 тысяч рублей. Регион в порядке софинансирования выделит 287 миллионов 230 тысяч. Эти средства направят на капитальный ремонт 189 многоквартирных домов.